Всем привет! У нас сегодня вот такая погода. Такие на небе облака. Солнышко то выходит, то заходит. С утра был сильный ветер. Вот. У меня цветут лилии. Красавицы. Вот такой пышный букет. Там вот дальше. Вот так вот расцвели мои лилии. Вот, но я хотела показать лук. Вот, здесь, значит, у меня красный лук. Я хочу показать белый лук. Я вчера собирала опять перец, делала фаршированный перчик. Хочу показать, я уже по пути покажу, значит, виноград. Вот так у нас столько винограда вот идет. Вот. И, в общем, до верху прям, вот самого низу, и вот до самого верха у нас, в общем, виноград. Винограда много, даже был заморозок, вот, в общем, вот столько у нас винограда. Вот. В этом году у нас есть виноград, урожай винограда. Вот, я иду, так, у меня баклажанчики уже есть, вот такой вот табак вымахал, здоровенный. Помидорки у меня тут на улице, здесь они такие не очень высокие. Вот. И у меня дверь открылась и хлопает. Сейчас закрою. Тут у меня уже баклажанчики тут есть. Вот здесь два баклажанчика. Вот такие вот. И много цветов. Цветут прям хорошо. Цветут. Вот маленькие баклажанчики. Ну, в общем, баклажанчики будут. Здесь тоже вот маленькие баклажанчики. Вот тыковка здесь вот висит у меня. Вот. Вот такая вот тыковка. В общем, тыковка тоже будет. Я сегодня вышла, смотрю, у меня опять поспел лук. Я его не весь собираю, а частями, который вот полег. И я вот его вытащила и решила заснять. Поэтому взяла камеру в руки. Вот моя ладошка. Вот моя ладошка. И вот такой вот крупный лук у нас. Вот. В общем, я смотрю, вот где вот так вот склонилась. И я, значит, выдираю его. Вот. Но этот лучок пока вроде весь стоит. У нас вчера был дождик, поэтому земля такая вот сырая. Вот. Ну, все, вроде бы вот больше нету такого, чтобы упал и лежал. Вот. Вот так вот он у меня лежал, я его выдернула. Вот такой вот огроменный у нас в этом году лук. Вот. Ну, его видно, что он большой. Вот. Я очень рада, что я посадила в этом году в короб лук. Ну, такой вот у нас в этом году урожай лука. Мы купили корм. Это вот отруби. Почему-то он открыл и не пересыпал. Здесь овес. Вот. Иначе вот так в бочке мы пересыпаем корм. Вот здесь отруби просто не поместилось тут. Здесь овес. Здесь кукуруза взяли. Здесь пшеница. Так, здесь забыл, как называется. Ячмень. Это ячмень, здесь тоже ячмень. И, значит, сюда. Должно быть, не сюда, наверное, сюда. И здесь вот этот самый комбикорм для цыплят. Вот такой. Я, в общем, в сухом виде, что-то они у меня плохо кушают. Я сегодня его запарила немножко. И, в общем,
Вот большеньки цыплята, они вот хорошо запаренные кушают. Не знаю. Ну, вот такой вот комбикорм для цыплят мы купили. Вот. У нас сегодня такой сильный ветер. В общем, и падают яблоки. Очень много нападало. Яблоки мы ничем не прыскаем, потому что мы их отдаем скотине. Вот, в общем, вот здесь вот яблочки гнутся, веточки, вернее, вот, очень много. Но здесь вот как-то меньше падает, здесь нету яблок. Вот у нас одна ветка там сломалась, и вот мы подперли их уже. В общем, урожай огроменный, можно сказать. Вот такой вот. Вот, ну, в общем, я здесь сижу возле кроликов. У меня вот такой вот костюм я себе купила. Это ивановские ткани. У нас приезжала ярмарка в Пензу. И, значит, я вот так поставлю. У нас приезжала ярмарка в Пензу, ивановские ткани. И мы, значит, поехали. Я купила там себе халат, купила, значит, вот этот костюмчик, это дома ходить, ну и халатик летний тоже дома ходить, и купила себе пижаму. Пижама такая теплая, хорошая. Ну, я потом вставлю видео, я засняла, но что-то как-то никак не вставляла. Вот, там были скидки, я купила по скидке. Вот, и в общем, я сначала хотела выписать по интернету, но у нас 400 рублей за пересылку переплачивать, мне как-то деньги жалко. Вот, и в общем, так вот у нас, к нам приехала ярмарка. Наверное, сильный ветер, наверное, не слышно будет. К нам приехала ярмарка, и вот. И я сегодня, сейчас я там кушать готовила, мыла посуду, и я вспомнила, значит, я недавно посмотрела фильм «Ван Гоги». Вот, наверное, поближе все-таки сделаю, то не слышно будет. В общем, у нас, мы хотели в кинотеатре этот фильм посмотреть. На 8 марта у нас в кинотеатрах был этот фильм. Но у нас не было билетов, разобрали уже все билеты. И мы, значит, дома по интернету купили билеты, но только на другой фильм. Это мы ходили на кинокомедию «Любовницы». В общем, там хохотали, сидели. В общем, ну, хорошо провели время. В общем, мы с дочерью ездили. Вот. И, в общем, я хотела это, вспомнила этот фильм сейчас. Вот, и, в общем, мы, оказывается, под старость лет все становимся, наверное, Ван Гогами. Вот. В общем, фильм хороший, такой жизненный. Кто не смотрел, посмотрите. Интересный. Вот. Ну, в общем, как-то вот так. Вчера ездили, значит, на ярмарку. У нас в Пензе ярмарка «Ивановские ткани». И вот мы туда ездили. И как вот показать, я там вчера купила вот такой костюмчик. Вот дома, чтобы ходить. Штанишки и маечка. Вот. И, в общем, тут темно. Мы окно вот так от солнца бумагами тут закрыли. Немножко оставили. Вот. И как вот заснять... Даже не знаю. Ну вот, попробую, попытаюсь как-то. Ну, вот такой вот костюмчик. Вот. Еще я купила себе пижаму вчера, теплую, такую хорошую. Вот. И, значит, купила еще халатик. Сейчас покажу. Вот такой вот халатик я себе купила. Такая вот расцветочка. Кармашки так вот отделаны. Вот. В общем, такой вот халатик. Я его одевать не буду сейчас. Вот. И пижамка. И вот такая вот пижамка. Пижамка теплая. Такая вот.
ткань такая тепленькая. Здесь кружавчиком сделано. И здесь, значит, вот так на резиночке. Я уже сегодня в ней спала. Вот она такая мягенькая, красивая. И расцветочка такая прям симпатичная, красивая. Мне очень понравилось. И халатик такой прям прелесть. И костюмчик. И мне все это обошлось. Значит, вот чек. И мне, значит, все это обошлось. 2570 рублей. Вот такие вот у меня покупочки. У нас уже вот есть свекла. Я ее пока не выдергиваю. Вот. А здесь вот у меня почему-то погрызана свекла. Я не знаю, кто лазил. Может быть, даже мыши лазили. Прям видно, что погрызана. Вот. Очень-очень жалко. Но у меня есть кому ее давать, поэтому я не расстраиваюсь. В общем, свекла есть. Перчик вот такой вот. Это горький перец. Вот говорили, что нельзя сажать сладкий перец вместе с горьким. Я в этом году решила посадить вместе, значит, сладкий перец и горький. Вон у меня там три куста горького перца острого. И, значит, и весь остальной перец у меня сладкий. И вот сколько я уже его рву. И мы, в общем, делаем... Это фаршированный перчик я делаю. Вот. Но вы знаете, он не горький. Вот рядышком растут. Вот сладкий перец и вот горький перец. И это просто миф, что нельзя сажать острый перец вместе со сладким на одну грядку. Ничего подобного. Перец сладкий и перец горький. И сладкий перец не берет в себе никакую это горечь. Вот ромашечки. Я стою отсюда, наблюдаю. Вот ромашечки цветут. Такая вот красота. Цыплят не выпускаю. Сегодня холодно. Они мерзнут. Вот, вот такой небольшой обзорчик. Всем пока-пока!